Всем большой привет из Мюнхена. Альянс-Арена приветствует вас. Скоро на поле появятся команды. Итак, состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Состав гостевой команды. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Всем большой привет из Мюнхена. Альянс-Арена приветствует вас. Скоро на поле появятся команды. Итак, состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Состав гостевой команды. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Всем большой привет из Мюнхена. Альянс-Арена приветствует вас. Скоро на поле появятся команды. Итак, состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Состав гостевой команды. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Всем большой привет из Мюнхена. Альянс-Арена приветствует вас. Скоро на поле появятся команды. Итак, состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Состав гостевой команды. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Итак, состав Баварии. Тренер сделал выбор в пользу надежности и контроля центра поля. И посмотрим, оправдается ли его ставка на этот план. Состав гостевой команды. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Бавария начинает первый тайм. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Бавария завладела мячом. И прекрасный пас от Хамеса Родригеса. Выбит мяч из штрафной. Круз. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Есть хороший адрес для передачи. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Крузе. Родригес. Потери и мяч у соперника. Забирает мяч.
Будь это бокс, команда стоило бы развести по разным весовым категориям. Бавария гораздо мощнее, тут никаких вопросов быть не может. Хамес Родригес уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Хави Мартинес. Франк Рибери. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Круз.